Ну, в продолжении эта тема отключилась. Тут вот у меня еще такая вот бургмансия есть. Я не знаю, по высоте сколько она. На метра три больше. Это номер 4. Тоже вон вся на бутончике. Бутоны готовятся. Вот. Это у меня такая вот жакаранда в этом году выросла. Я не знаю, как ее удобрезать. Ой, махина. И тут пошли тоже бургмансии. Гибискусы уже пожелтели. Похолодало, но кое-где еще цветочки есть. А так в основном уже все. А бургмансии пышат еще здоровьем. Тут вчера немножко листики подбирала. Это вот номер 5. Тоже все на бутоне. Это цветет супер спот. Есть такой красавчик. Тоже очень много бутонов, очень обильно цветет. Это номер 5. Жду. В ожидании чуда бутонов очень много настреляла. И опять раскрывается люка. Я посчитала, это, по-моему, у него 6-я или 7-я волна. Уже не помню. Ну, короче, он красавчик, цвел все лето. Вот он более такой жароустойчивый. У меня розовый распускается. Карликовая. Мадам Бовари. Тоже он бутоны. Красненькая. Такие вот у нее там бутончики. Вот. Это вот 4-юбочная. Розовая тоже бутоны пораскрывала. Позапрошлом году я их копала 12 ноября. Так что еще может подсветим замазку. Вроде пока не обещают. Вот тоже номер 6. Вот она стояла. Садила там череночек маленький был. Она стояла у меня на самом солнцепёке. Ну, ничего, цветет. Он цветок понабросала. Так что... Жару, конечно, мы в этом году тяжело переносили. Много бутонов сыпали. Кое-кто цвёл, кое-кто не цвёл. Надеяться, еще зацветут. Вот как раз для центральной России, для более прохладных регионов, там они будут цвести все лето. У нас, конечно, очень жарко было. Ангел Флай тоже в Риге относительно. Бутончики есть. Себе оставила совсем маленькие. Вот это все те череночки, которые я отправляла весной. Вот этот. Вот этот зацвел. Вот этот номер 5 тоже с череночка. Вот. Номер 15 тоже она же. Вот уже все на бутоне должно быть. Солнышко вышло. Успеть процвести. И вот она. Номер 4. А это вот в ведрах. В таких маленьких ведрах. Ну, он тоже. И на бутончике, в основном все. Вот они. Вот они тоже бутоны. И буду заносить в лицо. Будем смотреть. На номеру одному нет бутонов, не видно. Это вот номер 7 тоже бутончики раскрывала. Вот. Хотя они тоже стояли на самом солнцепёке. Вот. Ну все, всем доброго денечка.